Значит, поступил звонок. Я взял трубку, то есть мне говорят, присутствие тетушек и каких-то непонятных этих. Ближе к себе. Непонятных каких-то людей. То есть я выехал к кварталу, посмотрел, там все спокойно было. Выехал сюда на клумбу, тоже все спокойно. До тех пор, ну, а народ как бы уже возбудился. Значит, в следующей ситуации народ захотел поставить блокпост. То есть мы стали здесь на клумбе. Заехала со стороны Киева два автомобиля, Урал и КРАЗ. Крутились тут на Белогородку, в сторону родничка, потом по клумбе круга три сделали. Вот. То есть какое решение принимать? Люди начали останавливать и то есть, сдерживать автомобиль, спросить, куда ты едешь, что ты хочешь сделать. Он не остановился напрямую. Напрямую начал ехать на людей. То есть мы его догнали автобусом, но образовалась пробка. Пусть как, ну он был. Пустой был или с людьми? Не, он пустой. Да, он просто пустой, и одна и вторая машина пустая, но он не хотел останавливаться и скрывался. То есть мы подъехали, никаких действий не было. Мы по своей полосе по левой стояли, он по правой полосе. Мы подъехали, его держат люди. Его держат люди. То есть там оружия не было, говорят, там оружие было, еще что-то. Это все бред. Он был пустой, но он не хотел останавливаться, не хотел объяснять, почему он. Значит, номерных знаков вообще нету. Значит, состояние его, когда вот здесь на клумбе подошли к нему, куда едешь, объясни, что везешь, там, почему без номерных знаков, он отреагировал неадекватно на газ, на коробку на газ и начал на людей ехать. То есть успели выскочить. То есть такая же самая ситуация состоялась там. Когда мы его догнали, мы стали чуть дальше его. Он закрылся в машине, глаза стеклянные, ничего не хочет, это самое. Ну, народ бешеный уже начал беситься, потому что он не соображает, что делает. За ним никто не приедет. Его забрали в райотдел. И все. Да, мы его все там. Достаточно. Я же это не история. Просто он был пустой без оружия. Там говорит оружие. Нет. Слухи. Но вот, машину вот он зацепил, побил. Еще какую-то машину было. Да, еще одна машина. Все, это же не кино снимается, это просто вот документальная. Вот эта машина, которой он ехал. Вот эта левая сторона, это он меня первого зацепил, сбил бус, ну, поперек дороги поставил. И выехал на встречную полосу, опять же, чуть не подавил людей и в дальнейшем ударил еще одну машину. Ну, пока не принялись крайние меры. Нашли, он с Белой Церкви, как он обещает. То есть нет, его спрашивали, куда едешь, что делаешь, там это на каких основах, да, почему без номерных знаков. То есть он ответил так: у меня есть начальник, то есть командир, он мне дал команду. Кто такой? Он говорит: не знаю. Куда ты ехал? Не знаю. Значит, такая ситуация неадекватная. Еле пока упросили его, то есть он уже сам понял. Упросили, он дает номер телефона командира части, звоним туда, а тот говорит: у меня таких нету, я его не знаю. То есть, вот и весь результат.